Личная жизнь духовного деятеля Чубака Джиджалилова в последние месяцы не сходит со страниц газет и интернет-сайтов. После того, как бывший муфтий официально объявил, что взял вторую жену, эта тема бьет все рекорды обсуждения в сети. О реакции официальной супруги экс-муфтия на этот счет до недавнего времени не было известно ничего. Разве что сам Джалилов рассказал, что она ревнует и не очень рада этому решению. А вот накануне в сети появилось фото заявления Гульнур Джалиловой, где она просит о помощи. Я Джалилова Гульнур Турдалиевна. Родилась 17 июля 1980 года. Я живу со своим мужем Джалиловым Чубак Таджибаевичем уже 17 лет. У нас 5 детей. Наша жизнь с мужем складывается не очень хорошо. И я опасаюсь за жизнь своих детей. Потому что он сказал, что их отравит крысиным ядом. У этого человека есть еще пистолет. В свете последних событий я боюсь, что мы пострадаем. Я не хочу, чтобы муж приходил в дом, где мы живем с детьми. Он своих детей видит один раз в месяц. Он пудрит им мозги, и это отрицательно влияет на их учебу. Соответствующие органы, помогите мне, пожалуйста. Заявление это было адресовано кризисному центру СИЗИМ. Как только документ попал в сеть, правозащитников обвинили в публикации конфиденциальных сведений. В самом СИЗИМе были очень удивлены появлению этой публикации. Теперь, когда документ стал достоянием общественности, факта обращения в кризисный центр не скрывают. Однако доступ к заявлению имели не только несколько человек, а несколько организаций. Кроме центра СИЗИМ, копией обращения Гульнур Джалиловой располагала глава неправительственной организации Мутакалим Джамал Франбек Кызы, а также сотрудники Духовного управления мусульман и МВД. Откуда вышла в свет публикация, еще предстоит выяснить. Она обращалась, мы это ее заявление, потому что мы же не можем, это, ну, мы, у нас полиции нет, ой, милиции нет, мы не прокуратура, мы перенаправили в МВД по электронной почте. Больше никому мы это хода не давали. Ну, с женщиной, с матерью, это Гульнур, мы работали, это не первый день она обращалась. Это уже даже, наверное, больше месяца она приходила за консультацией. И однозначно могу заявить, что мы соблюдаем конфиденциальность. А вот правоохранительные органы, несмотря на то, что правозащитники направляли им это заявление, обратили внимание на документ только после его публикации в интернете. По данному факту была назначена проверка, которая подтвердила подлинность обращения женщины. 8 декабря появилась в социальных сетях информация о том, что супруга Чубака Джалилова обратилась в кризисный центр СИЗИМ с заявлением о оказании правовой помощи. В то же время, в общем, сотрудниками милиции, столичной милиции, проводилась проверка по данной публикации. И в тот же день, на следующий день, было получено заявление путем опроса самой же супруги Чубака Джалилова, где она дала свои какие-то пояснения. Также она указывала о том, что, в общем, боится за жизнь своих детей, своей семьи. В связи с чем сейчас, в настоящее время, дело рассматривается по заявлению супруги Чубака Джалилова. Сам Чубак Аджи Джалилов от комментариев отказывается. На просьбы подтвердить или опровергнуть обвинение супруги сказал лишь, что даст комментарии, когда придет время. Его адвокат также воздержался от заявлений, отметив, что не ознакомлен с содержанием бумаги. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС.